Привет, друзья, это истинный следователь. Сейчас хочу немножко поговорить про то, что государство, ну, в частности, тут Россия, Российская Федерация, оно для того создано, чтобы преступлением заниматься. Не то, что неправильная схема прописана где-то, что есть какие-то суды, две ветви власти, выборы. Все это вранье. Это вранье, все на все насрали. Вот, например, я покажу в конкретном примере. Вот это перекресток в Санкт-Петербурге, улиц Будапештская и проспект Славы. Здесь вот ларьки. Вот такие вот ларьки. Такие здесь есть преступления, которые продолжаются годами. Здесь они вот работают же зимой, зимой минус 20, может быть, минус 40 даже. Отопление невозможно поддержать такими тонкими стенками, это не капитальное строение, но работают они круглогодично. То есть нарушения там. Есть ли у них туалеты, тоже не знаю. Может быть, какой-нибудь один на всех, тоже санитарные нормы нарушены. Никаких Роспотребнадзоров, прокуратур, ничего не было и не будет. Ну, то есть они заходят, наверное, за какими-то подачками, наверняка. Здесь вот этот ларек продает диски. Причем диски им напропадали сейчас. Диски в скобочках, так называемые, незаконные для нищих. Ну, которых нищие, они покупают там дешевле. И ничего, годами ларек продает. Значит, его крышуют тут местные какие-то чувачки из контролирующих органов. Не, я не против, да. Нищий, я сам где-то и принадлежу к этим нищим. Но это все ложь, потому что даже те, которые в интернет сейчас есть, онлайн-кинотеатры, они такие же воры. Они совместно с этими компаниями, которые типа фильмы там продюсируют, Sony, Warner Brothers, они не являются по сути владельцами этих фильмов. В основном они капитал берут нечестным путем, та же Sony наверняка занимается именно мошенничеством финансовым, потом на основе этих денег снимает какие-то фильмы, у него появляются какие-то права, ну и в онлайн-кинотеатрах продает как будто законно. Но там, я уверен, тоже 90% выводится непонятным людям в офшоры, поэтому то, что заявляется, вот эти два способа, есть какие-то типа пираты и лицензионные, это все ложь. И там, и там все по-бандитскому, никто ничего нормального строить и не хочет. Да, там каким-то звездам платят побольше. На самом деле все схемы преступные. И которые как в законе, и без закона. Так, ну вот с этим ларьком заканчиваем. Магазины на первых этажах в старых домах, которые должны уже давным-давно были снести, все государственные их учреждения, разрешение есть на перевод из нежилого в жилой фонд, из жилого в нежилой, но на самом деле эти дома должны быть снесены и людям да бесплатно должны быть выданы новые, но как вы видите, ничего не сделано, на этих нижних этажах зарабатывают, они ослаблены тем, что везде переломлены капитальные стены, их вообще нельзя переламывать, капитальные стены, все это прекрасно существует, то есть я не знаю, какие уже доказательства нужно привести, что само государство и есть главный преступник. Вот бывают какие-то спорные вопросы, например, мы говорим, не знаем, что будет, но вот государство и есть главный преступник. Не по мелочам каким-то, а специально вот оно все разваливает, разламывает, все грабит. Сами они там, если какие-то главари, они просто сидят где-то за границей, там в Англии, то что тут еще может быть человеку непонятно? Ну понятно, я понимаю, человек думает, меня не коснется. Но сначала вот таких нищих домов касается, потом в новых домах, как тетка там, родственница того, кто на телевидении работал, свалилась в лифте, коснется любых людей, надеюсь, дойдет мои слова до кого-нибудь, да, дойдут. Ну и вот этот переход
Я про него уже снимал. Здесь пожилым и инвалидам невозможно пользоваться, потому что им не подняться. Здесь нету лифта, а вот этот пологий, ну, не пожилой человек, старый, не подымется. И инвалид тем более не заползет. Ну, только на электротележке, но таких нету у нас. В основном все нищие, и обычные люди, инвалиды. И вот эти переход, там еще второй, прекрасно существуют, все разрешения у них есть, никто их перестраивать не собирается. Нужно просто было лифты добавить, и все. Ну и сделать, может быть, подземным. Блин, кто-то затусовался со мной. Не люблю, когда ролики записываю, и кто-то стоит рядом. Вот, то есть лифт. И все, тогда бы не пересекался автомобиль. Суть-то перехода, чтобы автомобили не пересекались с людьми. Но чиновники здесь не ходят, поэтому им срать на вас и вам срать на себя. Но голос прогресса должен звучать. Ну, на этом все. Это был истинный следователь. Очередные доказательства неопровержимые, что государство всегда было преступником и бандитским, и революционеры ничего нового не изменят, у них в башке эти же старые идеи. Всем пока.